Ну-ка, как ты подтягивала ножки? Ножки подтягивай. Ну-ка, давай. Давай. Подтягивай ножки, поднимай. Маша Яценко постепенно теряет навыки. Болезнь атрофирует мышцы. У ребенка спинальная мышечная атрофия. Часто таких детей ждет питание через трубку, вентиляция легких и смерть. Об истории девочки мы рассказывали еще весной, когда ее родители открыли сбор средств на борьбу со смертельным диагнозом. За это время удалось собрать чуть более 4 миллионов рублей. Необходимо еще более 170 миллионов, чтобы получить спасительный укол швейцарского препарата Золгенсма. Это самое дорогое лекарство в мире, и оно способно остановить болезнь. На днях Маше исполнилось 3 года. Сейчас она весит 13 килограммов и 200 граммов. Еще 300 граммов, и девочке уже нельзя будет вести препарат Золгенсма. Набрать более 170 миллионов рублей родители не успевают. Но недавно мы убедились, что с такими детьми случается чудо. Маленький Сережа из Барнаула выиграл в лотерею препарат Золгенсма, который ежегодно разыгрывает производитель. Всего лишь 100 доз на всю планету, и одна из них досталась Сереже. Ночью уже в 12 часу позвонила врач, которая подавала нашу заявку и сообщила нам эту радостную весть. Обрадовались, плакали все, но мы до сих пор еще не отошли, можно сказать, от всего этого, потому что у нас шел сбор очень долго, очень тяжело он шел, и мы были уже все вымотаны. Также мы рассказывали об истории Матвея из Рубцовска. Мальчик тоже болен спинальной мышечной атрофией. Ему дорогостоящее лечение в Америке оплатил анонимный меценат. В Минздраве края нам сообщили, что в регионе 24 ребенка страдают подобным диагнозом. 10 из них получают другой препарат, который называется «Спинраза». В настоящее время проходит лечение 10 детей препаратом «Спинраза», закупленных за счет средств краевого бюджета. Остальные дети нуждаются в дополнительном обследовании, после которого будет установлена тактика их лечения. И если Золгенсма ставится один раз на всю жизнь, то «Спинразу» придется вводить пожизненно каждый год. Один курс лечения стоит около 10 миллионов рублей. Сейчас кому-то удается добиться уколов за счет краевого Минздрава. Но родители сравнивают эту помощь с русской рулеткой. Где гарантии, что следующий укол закупят? А лечение прерывать нельзя. Мама Маши верит, что они еще успеют собрать более 170 миллионов рублей, пока девочке еще можно ввести укол один раз на всю жизнь. Помочь этой крохе выжить может каждый из нас. Ирина Корчагина, «День с толком».